Привет всем! Сегодня у нас на обзоре Абу Али. Ресторан в Египте, национальной кухни. Все, меню на египетском. Ну, с помощью переводчика мы сделали заказ. Попробуем зеленый суп, а также фаршированного голубя, их местные лепешки. Погнали! Вот такое интересное меню. Заказ, конечно, ждать долго, 50 минут. Но мне хочется попробовать что-то новенькое, поэтому ждем. Суп милуке из листьев джута. Имеет приятную остринку. Неплохой такой суп. Единственное, что слишком много масла. Чувствую, что очень много масла внутри. Но вкус довольно интересный по вкусу. 7 из 10. В общем, непонятно, еще лепешка такая местная с мясом и моцареллой. Довольно сочная. Вкус интересный. Мне понравилось. По вкусу 8 из 10. Вот такой вот у нас глазированный голубь, жареный. В другом отеле говорили то, что он вообще с головой подается. Ну, у нас вот такой вот. Мясо довольно странно выглядит. Вот как выглядит мясо голубя. Давайте его попробуем. Как жареный голубь. Хотя нет, я никогда не нюхал жареного голубя. Вкус довольно странный. Больше похож на какую-то кашу. Возможно, это был не голубь, а кусок каши, который фаршированный. Поэтому такой вкус. Так и есть. Голубь спрятался более внутри. Сейчас попробую кусок самого голубя. Тут мясо совсем не густо, как будто шкурка. У голубя одно название, очень мало мяса. Давайте рассмотрим фреш. Ну, фреш видно сразу, что вода отходит. Неоднородная консистенция. По вкусу соответствующая. По вкусу 2 из 10. Давайте подведем итог по заведению. У голубя одно название, очень мало мяса. Суп неплохой, а также лепешки с мясом были вкусные. Также в феврале здесь сильно порой дует ветер, поэтому одевайтесь теплее, если придётесь прийти. Оставьте заведению 7 из 10. Спасибо за просмотр, всем пока.